Сегодня на телеканале «Хабар» стартует второй сезон музыкального проекта «Топ Жарган». Это новый формат вокального шоу, успешно зарекомендовавший себя в других странах. Его цель не просто найти и раскрыть таланты, но и дать им путевку на большую сцену. В отечественном аналоге проекта могут участвовать исполнители со всего мира. К примеру, в этом году наряду с казахстанскими исполнителями свои таланты покажут певцы из Грузии и Италии. В минувшие выходные победители прошлого сезона и претенденты на победу в этом году дали концерт для жителей столицы. Проект «Топ Жарган» появился на телеканале «Хабар» в прошлом году. Вокальное шоу сразу же полюбилось зрителям. Программу такого формата на отечественном телевидении еще не видели. Во-первых, участниками проекта могут стать только дипломированные вокалисты, при этом обязательно поющие с опытом работы на сцене. Во-вторых, лучших выбирают одновременно и профессиональное жюри, и зрители. Это гарантирует справедливую оценку. С первой программы у нас есть 4 финалиста. Мы их отбираем уже во время кастинга. Четверку лучших, именно они должны быть у нас международники, то есть победители международных конкурсов. И в каждой программе приходит в этом сезоне у нас уже по 6-7 человек, участников, которые претендуют на это место финалиста. Они должны показать, что достойны этого места, финальной четверки. А финальная четверка должна показать, что они лучше всех и что они лучше, круче других и должны, получается, отвоевать свое место. Главная фишка конкурса – живой звук. Зрители смогли оценить вокальные данные претендентов на победу уже в эти выходные. Конкурсанты выступили на сцене одного из торговых центров столицы. Астанчанин Мадис Сыздыков – один из фаворитов конкурса. Он готовился к музыкальному батлу целый год, поэтому уверен в своих силах. В планах у меня после этого проекта бросает свою страну, а именно Казахстан, на международных конкурсах, показать то, что мы великий народ и очень талантливые люди. Не намерен сдаваться и Денис Яковлев. Он уже не первый год выступает в военном ансамбле песни и танца. В репертуаре Дениса как народные песни, так и современные хиты. Здесь можно с любой стороны себя показать, спеть песни, которые душили, да, показать все, что ты можешь. До сегодняшнего дня это самый яркий проект, наверное, в Казахстане, который позволяет нам реализоваться. Поэтому я именно здесь. Возраст участников не ограничен, как, впрочем, и возможности. Оценивается все – музыкальный вкус, умение нести философию в своих выступлениях, харизма и актерское мастерство. То есть на шоу «Топ Жарган» ищут ярких и универсальных исполнителей. Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри под председательством народной артистки Розы Рымбаевой. Понаблюдать за музыкальным шоу можно уже сегодня в 21:40 на телеканале «Хабар». Асель Русалиева, Серик Оңырбаев. Итоги дня.